Всем привет, всем здрасте. Да, простите. Да. Слушайте, да, действительно, есть такая проблема с интернетом. Я просматривал вчерашний свой эфир. Да, он подтормаживает. Я не знаю, что для этого сделать. Может быть, при просмотре просто, если есть возможность, выставлять более минимальные требования, ну, как бы, к видео. Вот. Да, Алин, здрасте, Саш, привет. Да, я всех вижу. Поэтому... Не знаю, что с этим делать. И да, в конце действительно пропал эфир. Поэтому, может быть, просто покороче их делать. Потому что, знаете, как бы, ну, там, длинный эфир, может быть, большой трафик, там, еще что-то и так далее. День рождения у кого-то сегодня. Да, Светлана, с днем рождения. Всего вам хорошего. Привет, Челяба, здрасте. Здрасте, рада видеть. Аналогично, аналогично. Здрасте, здрасте, Самара. Привет, Ульяновск. Да-да-да. Вот, я постригся. Вот, послезавтра в Питер еду, съемки. Надо немножко было постричься. У меня там такая военная прическа. Вот, благо волосы еще растут, ну, как бы хорошо и быстро, поэтому приходится стричься. Буквально вот месяц прошел, надо уже было подровнять. Тагил. Тагил. Здорово, здрасте, всем привет. Вот, из Витебска. Да, вижу. Поэтому, да, постригся. Сегодня тоже была репетиция, сейчас репетируем каждый день, пока есть возможность. Я обещал вам рассказать, кто будет играть в спектакле «Имя». Это Ваня Колесников играет, наш покорный слуга играет, Пудина, и играет Костя Лавроненко. Прям мне очень нравится актерский состав, коллеги просто все великолепные. Меня прямо, знаете, вот, как говорится, аж легкий мандраже пробивает, когда такой актерский состав рядом с тобой. Я там попозже, может быть, какой-нибудь там видосик выкину с репетиции. Вот, посмотрите. Пока мы только-только вышли на сцену, начали, что называется, ножками, так скажем, есть такое понятие, ножками текст проходить. Ну, то есть пытаться двигаться в плане мизансцены, выступать. Этюдами пока. Пока ищем, как бы, что, куда, кто пошел. И при этом говорит. Ну, это так, совсем просто и так далее. Режиссер пока только дает какие-то такие, ну, основные. Видели уже макет декорации. Ну, в общем-то, довольно-таки интересно все должно получиться. Вот. Очень надеюсь на это. Потому что, ну, все актеры, как бы... Поверьте, это вот когда играешь, ну, там, высшей лиги практически. Вот. Это вот, знаете, как говорится, несказанно повезло с актерским составом. Вот. Так что вот такие вот дела. Да, вы знаете, мы, в принципе, это... Да, пожалуйста, ребятки, сердечки, они как бы вот реально не нужны. Сердечки, смайлики, они только будут тормозить. Кстати, видосик, когда вы там, ну, будете его смотреть. Поэтому с сердечками подвязывайте. Подвязывайте. А это как бы, ну, правда. Наверное, это один из тех моментов, когда не надо сердечки. Спасибо большое. Я знаю, что вы меня любите. Я это чувствую. Ну, когда сердечки начинают за это пускать. Ну, сами, короче, я предупредил, вы сами смотрите. Вот. Тут... Говорю, не пускайте сердечки, не пускайте это, всякие там смайлики, они сыпятся как из ведра. Ну, то есть, либо люди глухие, либо люди дурные. Одно из двух. Надеюсь, что все-таки глухие.
Вот. Здрасте, здрасте. Прическа. Ну, прическу, да, просто постригся, потому что надо под роль. Вот. Да, так что, нет, мы там все друг от друга, в общем-то, в принципе, в восторге. Потому что, ну, во-первых, все достаточно взрослые люди и все талантливые актеры. Это такое, знаете, ну, это то, что, наверное, будет являться залогом неплохого материала. Причем мы, знаете, как говорится, никто не тянет одеяло на себя. Вот. Это очень важно. Ну, это уже такой, знаете, это уже очень такой серьезный профессионализм со стороны людей, актеров, которые понимают, что надо тянуть одеяло не на себя, а пытаться сделать, как бы, ну, цельный продукт, который будет очень интересно восприниматься положительно зрителям. Привет из Брянска, здрасте. Все Заполярье с нами. Спасибо. Слушайте, я вчера провел эфир и вечером сел и услышал выступление Путина перед заседанием там какого-то там, ну, не Госсовета, но какого-то там правительственного какого-то такого пула министров там и губернаторов в том числе. И когда я услышал, что он говорит, мне стало страшно, потому что, ну, я буквально об этом говорил в эфире. Я не знаю, может быть, кто видел, вот, но мне прямо стало не по себе, что вот я о том же говорил только сейчас, вот, и... слышал до этого. Ну, понимаете, мне кажется, что это такая очевидная вещь, о которой говорит, ну, даже руководитель страны. Она понятная, он находит нужные слова немножко по-другому, да, и больше, скорее всего, тем, но в целом о том же. Ну, это, в принципе, мне кажется, всем понятно. Привет, Чебоксары, здрасте. Мне кажется, что это всем думающим людям, способным анализировать и пытаться, ну, как бы размышлять на то, что происходит в стране и в мире в целом. Мне кажется, что это для многих очевидная какая-то вещь будет. Вот. Здрасте, да. Висит. Ну, висит, потому что много пишут. Хорошо хоть за это, хоть сердечки перестали посылать. Они не нужны, потому что я говорю, что очень тяжелое видео, и как бы тут надо экономить, не писать абы что просто так, вот, и не посылать сердечки. Тогда, мне кажется, виснуть не будет. Ну, мы пока, да, сегодня второй эфир здесь, на этой площадке, поэтому можем чего-то еще, ну, не знаем, не понимаем. Может быть дальше пойдет легче. Вот, друзья мои, я всех вас рад видеть. Не перечисляйте мне бескрайние просторы нашей родины, в смысле города и так далее. Давайте постараемся меньше писать. Я очень ценю ваши приветствия, сердечки, но они здесь сейчас не нужны, потому что это немножко эфир усложняет. Еще раз говорю, давайте мы, наверное, как бы услышим друг друга и будем подстраиваться под обстоятельства. Это уже третий эфир, да? Третий эфир, да. Вот. Ну, немножко становится понятно, как здесь и что устроено. По мне, так качество видео на порядок выше, чем было в Инстаграм. Не призывайте меня к Инстаграму, я в Инстаграм не вернусь. Вот. Так что вот так вот. Привет из ЛНР. Привет, ЛНР, привет, да. Молодцы ваши ребята, хорошо бьются, прям вообще красавчики. Да, вчера Подоляка, если вы слушали, конечно. Но мне кажется, что он очень близок к тому, о чем он сказал. Цифры украинских потерь озвучил. Если честно, мне стало не по себе. Я предполагал, что там потери есть. Но я думал, что там, ну 4, ну 5, ну 6 тысяч, наверное. Подоляков озвучил цифру в районе 14-16 тысяч только одними убитыми в украинской армии. Если честно, я вот охренел. То есть за каких-то там, ну, там две недели, это, в принципе, цифры Афганистана, 10 практически там лет войны. За две недели. Я в шоке, честно говоря.
Ну, то есть, я предполагал, что их больше, чем российских потерь. Ну, в силу просто того, что Россия применяет там авиацию, применяет там ракеты там и так далее. И там высокоточное оружие, то есть, бьют наверняка, не абы как говорится, там, стрельнули там, куда полетело и полетело. Не, я еще раз говорю, что любое точное оружие может, как бы, что называется, там, вильнуть и куда-то там, скажем, на 10, там, 15, 20 метров не туда попасть. Но то, что он говорит, что по моим, говорит, неточным подсчетам, говорит, 14-16 тысяч только убитыми. То есть умножьте эту цифру на 3, это примерно получите количество раненых. Из этих раненых, как правило, это треть, ну так, математика, статистика, потому что война это математика, очень как бы и бухгалтерия. Вот. Это примерно треть очень тяжелых. Очень тяжелых, то есть практически даже если они останутся живы, они уже в строй не вернутся. Ну то есть жесть какая-то просто, жесть. Я вчера услышал, мне реально поплохело, вот, мне реально поплохело, это очень много. Так что сдавайтесь или бегите, никто вас стрелять не будет, лучше сдавайтесь, ну нету выхода у вас. Ваши смерти ничего не решат. Ну, как бы это такое, знаете. Как по мне кажется. Просто, ну... Жесть. Если это так, то это жесть. Я так скажу. Дядя Рома, ты дурак? Все. Дядя Рома нас покинул, как говорится, скоропостижно. Вот. Ну, Путин вчера говорил, он выступал вчера. Вчера у него было, как бы, ну, там, совещание там с кабинетом правительства. И он же в онлайн-режиме довольно-таки часто проводит встречи с руководством, скажем, там, регионов там, и так далее. И вчера перед этим он сделал небольшое выступление по поводу ситуации на фронте и вообще как бы о том, почему, зачем и так далее. Он еще раз озвучил как бы причины, по которым все это произошло, какие цели и задачи преследует военная операция и тому подобное, как бы и так далее. И я буквально примерно об этом же я буквально говорил в своем предыдущем эфире, почему я, собственно, говорю, что я немного пешил, вот, что как озвучно мое мнение, чем с тем, что говорит президент. Ну, то есть, я просто к чему говорю, я удивился очень. Норильск, здравствуйте, Калининград, Донбасс, да, здрасте. А, по поводу беженцев, знакомая уехала с Украины с ребенком, количество, то есть они ехали там местами шестиполосная дорога, местами четырехполосная, то есть и они ехали, ну там такой проплаченный рейс, хорошо стоит, она вроде так с деньгами, хорошо стоит. Вот, и они поехали комфортабельным автобусом, они шли через, грубо говоря, зеленый коридор, так. Ну, где, понимаете, украинские пограничники тоже, что, скорее всего, им придется стригут купить, с кого только можно, по любому поводу, потом стригут с мужиками. Расценки разные, как говорится. Я так понял, что ориентируются по машинам, потому что, ну, дорогущих машин, там, всяких лексусов, там, геликов там и тому подобное огромное количество. Ну то есть бегут люди не бедные. Беднота обычно остается, что называется, в тылу, в оккупации, кровь отдают своей жизни, непонятно кто, собственно говоря, да, потому что, ну, понятно, что никто с ними не воюет, воюют с властью, которая, собственно говоря, вела страну до этого. Но тем не менее, ну, пора на Украине, там люди пытаются там снимать какие-то
квартиры, там какие-то уголки везде, там, ну, жесть. Местные дерут в три шкуры беженцев. Ну, как говорится, говорю, что Запад, остальную Украину никогда не считала за людей. Вот, поэтому есть по-разному, есть кто как бы, что называется, помогает. Но в подавляющем большинстве дерут в три шлема. Что называется, спасают колодцы в частном секторе людей. Вот. Порассказала, конечно, что она говорит, это что-то с чем-то. Дуром мы ехали 20 часов. 20 часов, понимаете? Ну, нет договоренности, нет проплаты и там. Может быть, там нету на то, чтобы проскочить побыстрее. Назад и вперед до горизонта машины, которые идут в одну сторону по там 4-6 полос. Можете себе представить? Жесть. Очень много. Она говорит, так много людей, что ты, говорит, себе не представляешь. Я, говорит, никогда не могла, говорит, подумать, что я это увижу своими глазами. Представляете? Юрий, решайте что-нибудь, разрешение меняйте или это. Но я еще раз говорю, что пишите меньше, ребятки, пишите меньше, пишите, не ставьте сердечки. Давайте попробуем, как говорится, услышьте меня. Давайте попробуем не... Давайте попробуем не ставить, как бы, ну, в смысле, сердечки не отправлять. Поэтому посмотрим, может быть, будет лучше. Потому что, ну, у меня интернет без лимит, у меня тянет очень хорошо. Я играю прямо даже вот, когда есть свободное время, я могу порубиться, что называется, по сети в игру, которая там лет там 15 назад, я под эту игру себе компьютер, что называется, там, там системный блок там делал там и так далее, и так далее. Сейчас эта игра, я в ней на мобильном телефоне играю. А 15 лет назад я там отдал там 3,5-4 тысячи долларов только за системный блок, там, чтобы можно было играть в эту игру без проблем. Плюс протаскивал себе, ну, там, отдельный там кабель под интернет. А сейчас я в эту игру играю на телефоне, понимаете? Поэтому у меня как бы и телефон, и интернет здесь очень хороший. Очень хороший. Я не знаю, почему, ребятки, у вас подвисает и почему у вас там пропадает звук там и так далее, и так далее. Может быть, кто-то там, не знаю, жалуется на... Вот. Что за игра? Call of Duty! Я вообще 15 лет назад... Папа вообще. В Call of Duty. Кто, собственно говоря, из пацанов, ну, как бы знает, ценят. Здравствуйте, спасибо, привет из Омска. Да-да-да, ребятки, меньше пишем, меньше сердечек, чтобы эфир у нас не залипал. Ладненько? Вот, да, Норильску привет, привет. Ну да, я не знаю, как включить эти сердечки, как бы, да. Я очень ценю вашу, как бы, любовь. Сердечки сейчас реально усложняют нам общение. Вот, общение. Так что... так что вот эти вещи... жесть, короче, жесть. Когда вот так начинаешь потихоньку узнавать... Нет, я ничего... Еще раз говорю. Мне никакую там бандеровскую... жалко. Я вообще, как говорится, считаю, что их в плен... Вот. И они это чувствуют, поэтому, и, как говорится, бьют... А бьются они... они такие. Еще раз говорю, в этой войне мы сражаемся сами с собой. Мы сражаемся с такими же русскими людьми, которые себя назвали украинцами. Потому что называется, нет хуже, чем вот драться с себе подобным. Вот. Но еще раз говорю, я всегда это говорил и буду говорить, пока, как говорится, не это, пока Господь не... Бандеровскую мразоту надо уничтожать. Вот. Это твари. Это твари, от которых даже сейчас украинский народ, находясь в такой ситуации, как говорится, терпит лишения, терпит очень серьезные... Вот. Закончится, когда война... Вы знаете, неблагодарное дело строить планы на то, когда закончится война. Война — это вообще такая история, знаете...
Там, как я говорил уже, там, не знаю, 100 тысяч первый раз, война. На войне первым умирает, это правда. Вот. И после первого же выстрела прахом идут все планы. Поэтому сроки, когда... Понимаете, мне кажется, никогда нужно ждать, когда это закончится. Вот. А какие цели руководства страны, вот, и как будет их добиваться? Поверьте мне, уже тут уже сколько это будет продолжаться. Уже быть нельзя. Уже отступить тоже нельзя. Ну нельзя, потому что будет только хуже. И тут не будет еще хуже, чем было до этого. Будут там не 30 биологических лабораторий, а будет 100. И они начнут применять это биологическое оружие против нас. Вот. Будут стоять системы натовские, как говорится, ракетные будут стоять. И так далее. Все это будет стоять. Не, ребятки, если начали, можно по-разному относиться. Нужно было до этого, мне кажется, думать, говорить, находить компромиссы и так далее. Но, слушайте, 8 лет эти компромиссы пытались найти. 8 лет пытались, как говорится, уговорить. 8 лет предлагали разные варианты. И так далее. Нет. Нет. Только больше набирал проблему. Проблема набирала обороты. Ну все. Теперь уже не важно, сколько это будет. Важно то, что мы как бы в целом консолидировались. Мы приняли ту мысль, что будет сложно, потому что действительно ввели серьезные против нас. Мы как общество это поняли, мы приняли, и что называется, терпеть для того, чтобы от страны и в целом, как говорится, от будущего очень-очень серьезную угрозу. Такие факты сейчас скрываются, собственно говоря, постепенно. И это только начало. Это даже не просто вершина айсберга. Это вершина вершины айсберга. А сколько всего еще вылезет? Сколько всего еще вылезет? Ну, я думаю, много. Вот. Я думаю, много вылезет, ребят. Поэтому, как бы уже все. Заднюю давать уже ни в коем случае нельзя. Да и, в принципе, послушайте, если честно, причин особо давать заднюю тоже нету. Они там, понятно, что там Польша пытается, собственно говоря, там нарваться. Мне кажется, что Польша может каким-то образом спровоцировать конфликт России с собой, но я почему-то думаю, что в этом случае НАТО вряд ли вмешается. То есть все прекрасно понимают, что Польша изо всех сил старается втянуть там Европу там в лице НАТО в войну в эту, ну потому что им это выгодно. Но я вам так скажу, что будет два варианта в этой ситуации. Или НАТО как бы пошлет Польшу подальше и скажет, типа, твои проблемы, тебя никто, собственно говоря, не уполномачивал. Как это было в свое время со сбитым нашим самолетом в Турции, когда Эрдоган с перепугу побежал в НАТО, что называется, просить поддержки, на что ему НАТО сказала, не-не-не-не-не, сам. Я думаю, что с Польшей будет то же самое. Второй вариант, если же НАТО, грубо говоря, и вмешается там, да, поверьте, я думаю, будет тот случай, когда в российских военкоматах будет стоять очередь из желающих записаться добровольцами. Вот, так что так вот. Где сахар? Я не знаю, где сахар. У меня сахар есть, я себе... Там, вчера поехал, пачку купил. Я вообще сладкое не люблю, понимаете? Я ж не буду гнать самогонку. Зачем мне сахар? Мне пачки хватает, на месяца полтора-два примерно. Потому что, я, например, пью
чай без сахара. Ребенок у меня пьет только может кефир бросить, там пол ложки сахара. А жена у меня пьет кофе, там совсем чуть-чуть сахара, кусочек один бросит и так далее. Поэтому нам сахара хватает просто за глаза. Вот. Так что я не знаю, где сахар. И я честно говоря, не понимаю, а как он спасет вас, если вдруг? Ну, я понимаю, там рис, я понимаю, там гречка, вот, ну, даже, может быть, соль, да, там, ну, чтобы какое-то там мясо, собственно говоря, там, хранить, там, допустим, там, засолить и так далее. А сахар-то, как бы, ну, зачем? Где купил? Да в Ашане я купил. Вот, все есть. По 3 пачки в руки написано, правда, что выдают. Вот, и видел еще в каком-то магазине, что если больше 3 пачек берут, то цена пачки что-то в 2 раза, по-моему, дороже. Ну, то есть, можете брать хоть и 10, но там цена будет в 2 раза дороже. Но я не совсем не понимаю, как бы, ну, нафиг он нужен, какова... Нет, может быть, кто-то будет самогон гнать и на этом, ну, там... банчить самогонами, зарабатывать, ну, тогда это бизнес. Так что, как бы это, вот. Да, ну, там я говорю, что там туалетная бумага на месте, там, ну, там гречку берут люди, я вижу, рис берут, там макароны какие-то такие, ну, долгохранящиеся. И берут, как бы, люди там, ну, в основном пожилого возраста. Так что так вот. Тормозит видео, переходите в Телеграм. Ну, тогда что я могу сделать? Мне нравится варенье. Ну, да, может быть. Ну, я так понимаю, что этой осенью варенье наварите из всего. Потому что сахара грязи. Понимаете, надо же, грубо говоря, там, ну, что-то с этим сахаром делать. Вот. Так что так вот. Многие дома пекут и продают. Что пекут? Сахар пекут или что? Да, слушайте, в магазинах все есть. Ну, там, если к вечеру там какие-то полки полупустые, ну, бывает, что как бы. А так, что прям дефицит был, я не знаю. Масло подсолнечное есть, вот, хлеб есть, мука, и все. Я вот в Ашане говорю, был, вчера был, да, вот. Все есть. Не знаю, может, сегодня поменялась ситуация, может, я что-то не знаю, может быть, уже ничего нету и пустые полки. Ну, такое. Нет, ну если вы как бы, слушайте, ну вы вправе принимать решение и делать то, что вы считаете нужным, ради бога. Вот. Но главное потом не стоять, знаете, как это, типа, блин, по-моему, что-то я с головой не дружу. Вот. Ростограмм будем переходить. Да посмотрим. Сначала нужно посмотреть, что из этого получится. Потому что Рутуб, собственно говоря, пока не чешется. Хотя у них... реальнейший шанс сейчас стать номер один там в России. Вот. ВКонтакте было с тормозом, приложение так и есть. Да, ну может быть. Надо бежать на работу. Да, всем пока. Но я тоже сейчас через пару минут буду заканчивать, потому что я так думаю, что мы будем просто проводить. Здрасте, присоединилась. Наконец-то! Где ты ходишь? Ну, это что такое? Прекратите слать сердечки. Сердечки залипает видосик. Не надо сердечки. Я чувствую вашу любовь на расстоянии. Сердечки не обязательно. Сухари сушите. Вот. Да, сухари можно сушить. Да можно много чего сделать, ради бога. Вот. Чичваркин интервью Гордону. Да, я видел. Я видел. Гордон, как говорится, Гордон в какой-то момент понял, что он зря это, ну... сделал, как бы, ну, в смысле, взял. Потому что Чичваркина нельзя упрекнуть в какой-то, скажем, там, любви к Путину, к России вообще в целом и так далее. Но что-что, Чичваркин никогда не был дураком. Он был, как сказать, он был странным, как мне кажется, таким немножко эпатажным товарищем, но мозги у него нормально на месте. И он, в принципе, все правильно Гордосе сказал. Вот. Поэтому, как говорится, Гордон в какой-то момент просто, ну, охренел. Он просто понял, что все очень серьезно. Все вот эти их надежды и так далее, все это идет прахом. Это абсолютно, ну, понятно. Это видно. Они пытаются изо всех сил вести какую-то информационную войну. Но это такое, знаете, народ постепенно прозревает, как говорится, и понимает всю безнадежность ситуации на Украине. Понимает. Вот. Есть такой момент. Ну, кто-то выбирает, кто-то бежит, кто-то готов смириться и жить с этим. То есть, может быть, ненавидеть всю свою жизнь. Ну, бандеровцы, которых там в свое время Хрущев там реабилитировал. Ну, они же вышли из тюрем.
в лагерей там, да, их же там не расстреляли, не уничтожили. Ну, они жили, работали, там пенсии получали, детей, внуков там растили, но ненавидели всю оставшуюся жизнь до смерти и всю эту ненависть передали своим детям и внукам, вот. И вот, собственно говоря, оно вот и вылезло в конце 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х, а сейчас на Украине просто пышным цветом цветет. То же самое будет и дальше. Вопрос только в том, что я еще раз говорю, что России нужно понять, что она будет, допустим, там, скажем, присоединять, скажем, или делать какими-то независимыми, скажем, микрогосударствами, ну, типа как Донецкая, Луганская область. Но, скорее всего, эти ребята-то вольются в ближайшие там год, два, три. Понятно, что это интеграционный процесс не быстрый, да, как с Крымом, наверное, не получится. Или, точнее, получится как с Крымом, но там очень много проблем, которых придется решать. Крым все-таки не был разрушен практически, там, как Луганская и Донецкая, да. Но, с другой стороны, в Крыму нет и таких предприятий, которые бы там работали, приносили деньги, скажем, там, народу, там, Донбасса, ЛНР и так далее. Вот. Там все-таки, там, извините, там, как минимум треть все, там, промышленных там, предприятий, которые можно запустить, которые начнут работать. Понятно, что олигархи Украины лишатся, как говорится, всего и вся, потому что, как сказал один очень умный человек, что, видимо, вот этот вот наш был такой наскок, думали, что элита украинская, в том числе и бизнес-элита, даже в первую очередь, что называется, будет сдавать города без боя. Видимо, была такая договоренность. Видимо, или проплатили, или пообещали. Ну, по принципу, как это было сделано в Ираке, когда Саддама Хусейна свергали. Американцы, кому нужно, завезли очень приличные деньги. Поэтому, собственно говоря, и в этой войне. Я так думаю, что была попытка сделать то же самое на Украине. Вот. Но украинская элита кинула. Ну, знаете, как говорится, надо было проконсультироваться у российских украинцев. Вот. Что, собственно говоря, надо было делать и что не делать. Потому что оценили. Ну, понятно, что теперь это украинская элита. Бизнес-элита, она, собственно говоря, все теряет в Украине, что принадлежало ей, будет все экспроприировано в пользу новой Украины. Вот. То есть все вот эти олигархи, которые там на Украине, что называется, в свое время там обворовали там людей, там предприятия там позахватывали и так далее, они это все потеряют. И это все, эти все предприятия будут возрождаться на вот этих вот отдельных областях. То есть эти предприятия, скорее всего, станут, знаете, такими территориально-образующими, на которые будут в первое время работать и вытаскивать, как бы, ну, вот непосредственно область, одну из областей Украины за уши. Там где-то поля, там где-то какие-то промышленные районы и так далее. Пока они вот не выровняются более-менее до состояния, скажем, того же Крыма 2014 года, и только после этого, скорее всего, будет какой-то там референдум там и какое-то, скажем, вхождение там, скажем, в состав России. То есть уже речи не идет о том, чтобы все там, что называется, вычистить там подчистую эти гнойную эту рану промыть, прочистить и оставить ее, да? Нет. Я так предполагаю, что в свете последних событий, скорее всего, будет вот так, как я говорю. Мне так кажется. Подоляка тоже об этом, кстати, упоминал. Стоит отдать должное. Вот. Поэтому я где-то в каком-то смысле сейчас повторяюсь с его мнением. Но это мнение, как бы, в целом основано не только на его высказывании. Вот. Поэтому я думаю так. Я думаю, что Херсонская область, я думаю, что Одесса вернется. Пока Одессу не трогают, как говорится, Одесса должна дозреть, что называется. Вот. У меня есть съемки, у меня полно съемок. Вот. У меня Миша Темчук. Даже, честно говоря, даже не хочу озвучивать, откуда ты. Вот. Я все понял. У меня съемок много, Миша, не беспокойся. У меня сейчас как минимум две картины, репетирую спектакль, у меня третья картина на подходе. Я загружен так, что мама дорогая. Вот. Я жду от Юрия Батурина. Чего ты ждешь, дорогая? Кого ты ждешь? Что ты сейчас народ смущаешь здесь такими? Я жду от Юрия Батурина.
Мы же взрослые люди, сейчас начнут гадать, чего ты ждешь, а главное, кого. Вот. Так что вот такие дела. Посмотрим, как бы, посмотрим, как это все идет. Но я говорю, что по мне, так вот, если, ну, заглядывать за горизонт, понятно, что это война, понятно, что все может поменяться в одну минуту. Но пока, как вот, на мой взгляд, будет что-то вот такое. То есть... Вот по мне, как бы вот так вот. А там дальше, я не знаю, отдадут ли Западную Украину под Польшу, там, венграм, как говорится, венграм, там, мадьярам, там, что называется, там, кому там что там принадлежало в свое время, отдадут ли эти территории. По мне бы так лучше отдали. Ну, потому что вот реально я вам говорю, что Россия с Западной Украиной подавится. Ну, не в том плане, что там чисто они там, может, там какие-то там войны там безумные. Не-не-не-не-не-не-не. А это просто будет... Ну, это будет просто, знаете, как говорится, это будет Северная Ирландия. Туда сбежит вообще все, как говорится, с Украины сбежит в Западную и будут там бесконечно устраивать какие-то там акции, какие-то теракты и так далее. Это будет Северная Ирландия. Поэтому Западная Украина нам абсолютно точно не нужна. Но я так думаю, что, скорее всего, наши там уничтожат вообще всю военную инфраструктуру, какая только вообще возможна. И будут это делать с завидной регулярностью, ну, на протяжении очень долгих лет. Если эта территория войдет в Польшу, ну, тогда, может быть, что-то там по-другому сложится. Но я почему-то думаю, мне кажется, что, собственно говоря, следующее после Украины, может быть, сразу, может быть, через какое-то время, но будет или Польша, или Прибалтика. Мне почему-то кажется, что Прибалтика упадет сама, вот, в руки России. А вот Польша может бодаться. Ну, это так, фантазии. Я сейчас, как говорится, еще раз говорю, я могу 100 раз ошибаться. Я не истина в последней инстанции, я просто размышляю вслух. Если начнет валиться, если сейчас начнутся большие экономические проблемы... Вика, да иди спать. Спокойной ночи. Вот, так что так вот. Вот. Поэтому если в Европе начнется экономический кризис, а он, скорее всего, начнется вот в ближайшее время, то кормить Прибалтику будет некому. И Прибалтика на сегодня в таком состоянии, что, ну, ей или, как говорится, подыхать, же возвращаться, как говорится, в состав Российской империи, грубо говоря, да, вот. Поэтому не знаю, там такое количество русских, что я думаю, что, скорее всего, русские, которые живут в Прибалтике, они сами, что называется, там, ну, попросят о присоединении и так далее, вот. А вот Польшу, ну, возможно, придется мать рога, вот. Ну, это было уже не однажды, как говорится, нам не впервой, вот, и Польша это прекрасно знает, поэтому поживем, посмотрим. Я сейчас еще раз говорю, я сейчас исключительно, что называется, пребываю в фантазиях. Возможно, это останется фантазиями, а возможно, случится так, как я говорю. Вот, кто такая Вика? Да я не знаю, кто такая Вика. Попросила женщина меня пожелать ей спокойной ночи, говорит, жду, когда вы пожелаете мне спокойной ночи. Ну, мне ж не жалко. Это ж не денег просит, понимаете? Вот, если б деньги, я бы, как говорится, ну, так подумал бы еще. А так она попросила спокойной ночи. Так, нате, пожалуйста, мне не жалко. Спите сладких снов вам. Да, так что такие. Как относитесь к Ковалеву и его реформам? Вы знаете, там есть здравое зерно, но и там есть много недостатков. Давайте мы сейчас об этом не будем. Вот. Там надо, конечно, причесывать. И так-то в целом, он хорош, да? Вот. И они где-то пересекаются с Хазиным в каких-то суждениях. Потому что и Ковалев, и Хазин, я считаю, это, в принципе, два... Они немножко, как сказать, они немножко такие, знаете, что называется, оппоненты, как бы, как правильно выражаются люди, да? Но в целом, у них есть одно общее, как бы, понимание о суверенности экономики и о достаточно, как бы, ну, жестких, но необходимых мерах, которые нужно провести, без кризисных. Иначе это просто будет нам вредить, если мы это в ближайшее время не сделаем. Вот. Поэтому тут надо, что называется, подумать это и обсудить. Вот. Давайте номер счета, я вам деньги скину. Нет, спасибо, Саша, оставь себе. Я не нуждаюсь. Поверь мне. Вот.
Спектакль «Имя антреприза». Да, это антреприза, да, 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 да. Там будет Марина Зудина, вот, играть Ваня Колокольцев и этот... вылетел. Простите, сейчас мозги работают немножко в другую. Не выбивайте меня какими-то такими вещами, как бы... Не это. Сейчас у меня заточен мозг. Я уже старенький, понимаете? У меня уже, как говорится, встречные потоки могут пересекаться, сталкиваться и нарушать ход моих мыслей. Стоит ли сейчас переезжать из Сибири в Москву? Зачем вам переезжать из Сибири в Москву? Нет, ну если вам хочется, это ладно, но детей оставьте там. Через там 10, 15, 20 лет, поверьте мне, все в Сибирь будут ехать к вам из Москвы. Новая эра начнется там. На Дальнем Востоке, в Китае, в Азии, туда. Туда, там будет цивилизация, там будет, там будет все, вся как бы, ну. Я не исключаю, что Владивосток станет просто, ну, каким-то там, ну, не знаю, там, восточной столицей России. Красноярск, там, да, там, Екатеринбург и так далее. Из Москвы же уже строят дорогу в направлении, супер-пупер трассу, расширяют Байкало-Амурскую магистраль и так далее. Вы не думали, почему это происходит? Потому что наше руководство знает, что через 20, там, 15-20 лет туда будут перемещаться вообще все. Поэтому не надо вам из Сибири уезжать. Если вы хотите в Москву переехать, переезжайте. Но детей, внуков там, если они у вас есть, оставьте там. Потому что их будущее будет там, поверьте мне. Я не доживу до этого момента, наверное. Вот, все-таки я уже старенький. Вот. Но через 20 лет, поверьте мне, там будет круто. Европа, Европа, это будет засохшая какашка, прилипшая к заднице России. Вот. Это уже сейчас, уже понятно сейчас уже как бы, ну что и как. Вот. Так что так вот. Да, ребятки, да, все. Давайте, 40 уже 2 минуты. Я свой лимит это перерасходовал. Я обычно тут бьюсь, как говорится, про 30 минут, чтобы они были. Вот. А уже как бы это. Как ты относишься к политике? Прекрасно, великолепно. Обожаю политику. Если бы я не стал актером, я бы, наверное, стал бы политиком. Очень люблю. Люблю историю и политику. Меня это зарубает. Это вот после моей профессии, которую я очень люблю и которая является моим хобби, для меня политика это, наверное, вот история. А они же, знаете, как это, тесно переплетены. Они просто для меня некая такая, знаете, отдушина. Я, когда очень устаю от своей работы, потому что я устаю, я тоже человек, я очень начинаю, как говорится, политикой, что называется, ну, слушать, смотреть, анализировать, размышлять и так далее, и так далее. Вот. Вот. Все, всех обнял, будьте здоровы, пока-пока.